мы поклонимся России, краю дедов и отцов. Говорим тебе спасибо за священный вечный зов, с вечной верой в человека. Он живет у нас в крови, вечный зов добра и света, вечный зов родной земли. Уважаемые ветераны, уважаемые защитники Отечества, уважаемые гости нашего праздника, сегодня в нашем зале присутствуют ветераны войск ПВО. Благодаря вашим усилиям вы отстояли мир над нашей головой. Вы отстояли независимость нашей Родины. Вы предоставили возможность свободно развиваться нашим семьям, детям. Низкий вам поклон. Я пошел. Военно-космические силы Российской Федерации сегодня защищают мирное небо над головой. Каждую секунду, каждую минуту мы знаем, что этот час, эта минута несет безопасность, которая насыщена усилиями многих и многих тружеников этого нелегкого труда. Поэтому наши семьи могут развиваться. Поэтому наши дети могут спокойно учиться. Поэтому наши ветераны, наши деды, наши прадеды уверены, что их усилия, их труды, их достижения, их победы переданы в надежные руки. И сегодня мы знаем, что войска ПВО и в составе военно-космических сил принимают участие в боевых действиях в Сирийской Арабской Республике. Поэтому наш творческий коллектив воспринимает этот концерт как выезд агитбригады на прифронтовую полосу, в действующую воинскую часть. Поэтому мы воспринимаем это как большую возможность наши труды, наши достижения, в том числе нашей поддержки воинов и ветеранов, внести свой посильный вклад в творение истории, в которых мы сегодня все вместе с вами участвуем. С нами приехали данный концерт организовать школьники школы номер 12, учащиеся школы номер 12 поселка Дружба города Мытищи, а также творческие коллективы, ведущие города Москвы и Московской области. Мы подготовили все самое лучшее, все самое доброе и светлое, что мы можем только подарить людям. Сегодня мы поздравляем нас с праздником. Желаем здоровья, процветания и благополучия. Сейчас мы должны помнить о подвигах наших дедов и прадедов. Каждый день, каждый час. И должны доказывать не словами, а своими делами. Мы должны заниматься спортом, вести здоровый образ жизни и быть достойными памяти наших предков. Россия едина и непобедима. Россия вперед! Ура! Россия вперед! Ура! Ура! Это память, верьте, люди, это память, верьте, люди, всей земле нужна. Если мы войну забудем, если мы войну забудем, вновь придет война. Это память, верьте, люди, всей земле нужна. Люди всей земле нужна. Россия едина, правда озарима. Россия вперед! Ура! Россия вперед! Ура! Пошел.
и победили оккупантов и выгнали их из Москвы, чтобы мы сегодня могли учиться, трудиться, создавать семьи. И чтобы наши все дети тоже учились на одной пятерке и создавали новые семьи. Россия едина, правда озарима. Россия вперед! Ура! Ура! Россия вперед! Я
за родину, мать, за Россию молюсь. Я своею великой страною горжусь, потому что мы здесь рождены и живем. Это наша земля, это наш отчий дом. Не сгибалась ты, Русь, поднималась опять. Несмотря ни на что, продолжаешь стоять. Те, кто злобой кипит, никогда не поймут, что за люди у нас в России живут. Ты живи. Высокий порыв никому не сломить, а иначе зачем на земле этой жить? Ты вокруг оглянись на леса и поля, нам с тобою хранить надо эти края. Пусть березы шумят и ромашки цветут, пусть на нашей земле наши дети растут. Ты живи. Благодать, над нами благодать.